27 июля в Шербакуле на стадионе «Факел» состоялся традиционный 15-й полумарафон, который является важным этапом подготовки спортсменов к главному беговому событию года – Сибирскому международному марафону. На старт вышло более 500 любителей бега и сторонников здорового образа жизни. В этом году программа соревнований включала забег на дистанцию 21 километр 100 метров, семейная эстафета 4 по 100 метров и дистанция 3 километра. Численность на самую основную дистанцию 21 километр ежегодно растет. И сегодня эта цифра уже 85 человек. Надеюсь, что уже на следующий год эта цифра будет больше 100. Открыли соревнования самые маленькие бегуны. На старт веселого забега вокруг стадиона вышли дети до 7 лет. Для тех, кому полумарафонская дистанция пока не по силам, также забег на 3 километра. А для Бориса Захарова, участника многих представительных стартов, трешка в Шербакуле стала своего рода тренировкой. Тем не менее, побеждать приятно всегда, говорит Борис. Я, как всегда, люблю участвовать в этих мероприятиях. Мне нравятся и эти пробеги все, которые проходят у нас в Таре, в Шербакуле. Поэтому я после даже чемпионата России приехал и думаю, надо пробежать, почему бы и нет, поучаствовать, всегда приятно. У женщин на несоревновательной дистанции 3 километра самой быстрой оказалась Екатерина Блохина из Омска. Соревнования – это всегда праздник, а я очень люблю праздники, тем более много спортсменов сильных уехали на сборы, и поэтому почему бы не попробовать не победить. Вот, получилось. Во-первых, чистый воздух, потом очень мало машин, в принципе, никто не ездит. И в-третьих, вот так бежишь, смотришь на лесочек, так на поле, глазам приятно. Для гостеприимных жителей Шербакуля полумарафон – настоящий праздник. Здесь шумно и весело поддерживают всех атлетов без исключения. Такая красота, за всех болеем. Очень нравятся мне такие мероприятия спортивные. Как сказать, я это болельщица всех спортивных мероприятий. Сама когда-то в молодости была, и здесь уже 40 лет живу, и всегда прихожу, никогда мимо не прохожу. Мы всей семьей здесь. Внимание болельщиков приковал забег на основной дистанции – 21 километр 100 метров. Среди мужчин победителем стал Сергей Приворотник, выступающий за Саргатский район. Во-первых, конечно, чувство удовлетворения, результат хороший. В-третьих, отличную трассу нынче провели. Более-менее можно ориентироваться за счет соперников, как далеко отстали, как долго догонять. Во-первых, это пропаганда здорового образа жизни. Это главное для нашего города Омск, Омской области, до Шербакуля. Во-вторых, это сходка спортсменов, которых мы давно не видели. Встречаемся на таких замечательных праздниках спортивных. В-третьих, это для меня лично это один из этапов подготовки к чемпионату России. Среди женщин на дистанции 21 километр выиграла известная марафонка, победительница Сибирского международного марафона Нина Поднебесного. Шербакуль для меня всегда это контрольная тренировка перед главным забегом, это нашим омским марафоном. И Шербакуль, вот так получается традиция, что мне надо здесь пробежать, прочувствовать свои силы и уже от этого готовиться дальше. Я думаю, у победителей всегда хорошее настроение. И бежалось отлично, мне все понравилось, и бег понравился. Шербакульский полумарафон занимает достойное место среди забегов на длинные дистанции, проводимых в Омской области.